Всем привет, друзья! Наконец-то у меня дошли руки сделать мандаринкам. Есть у меня тазик, облагородить и сделать им, так сказать, бассейн побольше. Что я это показываю? Это ольховые столбики. У меня стоят давно. Ну, в общем, по ходу дела увидите, что мне надо с этих столбиков. Мне надо снять кору. Так что взял я топорик, мне надо снять кору для красоты. Все, сейчас я этим буду заниматься. Снимаю кору с вот этой. Вот она и на ладине возьму. Тут потолще. Да. Потом увидите, что это будет. Да. Сейчас снимаю кору. Обчистил топором этот ольховый столбик. И сейчас вот принес багарочку с кругом, с липучкой. Сейчас пройдусь его еще наждачкой. А потом увидите, что это будет. Вот. Почистил наждачкой это бревно. Сейчас буду нарезать по размеру. Да. И покажу наконец-то бассейн, который будет стоять мандаринок. Вот такой вот. Он по объему намного больше, чем тазик. У меня он был немного пробит, я он заклеил, все нормально. Воду не пропускает. Все. Теперь покажу, что я буду делать дальше. Порезал столб на вот такие вот столбики. Все они пронумерованы. Покажу зачем. Вот. И сам бассейник тоже пронумерован. Вот так вот. В общем, бассейн будет стоять на этих столбичках. По кругу. Чем теперь занимаемся? Вот. Сверлом таким длинным сверлю дырки насквозь две, чтобы их потом стянуть веревкой. Вот. Можно, наверное, покажу готовый результат. В принципе, ничего заумного. Просверлю, затяну, а тогда уже покажу. Собрали все столбики в кучу. В каждом же по две дырки, они скручены между собой, ну, они на веревке. Вот так вот это выглядит. И, в принципе, могу приложить бассейн. Вот. Как-то так. Там поубирал мандаринок, подожду, пока высохнет. И, в принципе, уже покажу, наверное, когда поставлю. Вот, ребят, водоем или бассейн, или корыто, или ванночка, называйте как хотите, на месте. Я у нас ведро воды вылил, даже два. Сейчас появится еще два ведра. Еще будем. Получилось. В принципе. Да я где-то так и планировал. Более-менее симпатично. Так, главное, чтобы утята вот туда не полазили и позастревали. Надо немного передвинуть. Сейчас передвину к стенке поближе. Удалил еще два ведра воды. Все, больше, я думаю, не надо. Достаточно. Ну, практичность этого бассейна уже смотрите в следующих роликах. Да. Сюда покажу его так снаружи. Кифликом не закрыл опять. Так.
Но все равно ставлю поилку с водой. На всякий случай, ладно. Посмотрим, может кто-то и выльет покупаться. Ладно, что. Бассейн наконец-то я сделал. Все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачки и всем пока.